Смотри, идет трансляция. Привет всем. Сейчас посмотрим, идет ли моя трансляция. Давно не проводила. Так, видео. Написано, что я в эфире. Угу. Всем привет, друзья. С вами Ирина Маркелова-Агапова. Кто присоединился, привет-привет. Сейчас мы будем оказывать помощь ребенку. Тебе звонят. Я работаю в благотворительном проекте Whole World всем миром с 2013 года. Сейчас я вам покажу видеопрезентацию, расскажу вкратце о видеопрезентации. Работаю я уже 5-й год. Как это работает, вот вы можете узнать. Вот, я есть ВКонтакте, я есть в Одноклассниках. Если нажать Ирина Агапова, вот ссылочка и как это работает. Мы называемся фандрайзерами. Когда мы привлекаем денежные средства на благотворительность, ищем таких людей, то мы получаем за это денежные вознаграждения. Но иногда мы просто оказываем помощь. Так, сейчас трансляция моя идет. И иногда просто хочется оказать помощь какому-то конкретному ребенку. Вот у меня и у моего мужа есть такая привычка заходить на этот фонд. Это наш благотворительный фонд www.ru. Вот здесь можно посмотреть отчеты, кому оказана помощь. Вот если вы наберете отчеты. Вот по $50 это значит человек вступил в проект, хочет зарабатывать, и от него ушло $50 в фонд. Если вот такие вот суммы, значит, человек просто оказал помощь. Сейчас заходим на главную. Я сейчас тоже хочу оказать помощь вот этой девочке. Мы ей уже оказывали помощь. Собрано 685 тысяч рублей, а нужно 719. Нажимаем «Оказать помощь». Вот. Помощь я буду оказывать с Wallet One. Единый кошелек. Выбираем единый кошелек. Есть у меня там денежка. И пишем фамилия и имя, которое будет отображаться. Ирина и Борис Маркеловы. Да, кстати, сейчас я дам ссылочку на трансляцию к нам в чат, чтобы люди тоже посмотрели и пришли на трансляцию. Заходим на трансляцию. Голосуем. Так как работа у нас командная. Выбираем. Так, сумму пишу 200 рублей. И я согласен. Нажимаем и произвести платеж. Сейчас нас перекинет на Wallet One, единый кошелек. Раньше мы именно с ним работали. Сейчас мы перешли на другие кошельки. Я привязала к проекту Advance Cash. На кошельке у меня еще осталась кое-какая сумма. Так, пишем номер телефона или электронную почту. Я пока уберу, чтобы вы не видели. Потому что у меня там логин и пароль. И нажимаем «Открыть кошелек». Сумма 200 рублей. Нажимаем «Оплатить счет». Пожертвование фонд «Всем миром» Наима. Нажимаем «Оплатить». Счет был успешно оплачен. И сейчас это мы можем увидеть в отчетах. В отчетах фонда. Так, смотрим отчеты фонда. По идее, сейчас вот здесь в отчетах должно это отобразиться.
Вот, смотрите, Ирина и Борис Маркеловы, 200 рублей. По законам Вселенной мы должны отдавать деньги каждый месяц. Отдавать очень важно. Добро, оно возвращается как бумеранг. Я в это верю, оно действительно так. Потом инвестировать деньги и откладывать. Вот три вещи, которые вы должны себе запомнить в вашем мозгу и делать их постоянно, каждый месяц. Если, например, не в благотворительный фонд, ну, бедным или хотя бы просто родителям престарелым. Но отдавать очень важно. На этом я заканчиваю.